Я думаю, что ценам не удастся вскакнуть вперед, потому что уже начались интервенции зерновые и в Сибирском округе, и к нам они подойдут в большей степени вот именно 6 ноября они начнутся, и те 650 тысяч тонн интервенционного фонда, который у нас есть в области, его за глаза хватит для того, чтобы, так сказать, в любом случае какой-то дисбаланс закрыть.